день. Как вас зовут? Саша. Александр, да? А вас? Люба. Людмила. Это ваш муж, да? Вот муж мой, вот рядом, а это его брат. А это его брат. Мы знаем, что у вас онкология, да? Да. А муж болен? Сережка, так еще. У него психзаболевание. Психзаболевание. Да. У брата. Друзья, сегодня мы находимся, ну, практически это Трудовские, это 7-я район Трудовских. И здесь были ожесточенные бои, здесь были прилеты сюда рядом. У вас дом не было прилета? Разбитый он, можете потом снять его. Вот это... Возле телекона. Не-не-не, это мы в доме матери живем. Наш, а ваш? А наш разбитый. Ну, тут рядышком. Да, рядышком можете даже снять его. То есть, получается, ваш дом разбитый, а вы живете в доме матери? Да, в мамином доме. Друзья, ну просто-напросто очень трудно это все видеть и понимать. Люди нуждаются в нашей поддержке, поэтому благодаря вам, друзья, мы приехали, немножко тут привезли продуктов вам. Спасибо вам наш большое. Наш продуктовый набор для того, чтобы вас поддержать. И, надеюсь... Очень приятно, когда помнят, просто аж слезы наворачиваются. Не плачьте, все будет хорошо. Мы надеемся, что и война закончится. Дай Бог вашему здоровью, вашему мужу, чтобы он вылечился. Спасибо. Я понимаю, как это трудно. Когда трудно и тяжело. Я одна работаю, они не в состоянии работать, тот по психзаболеванию, а он, так как тоже больной, тяжело, так что... Да и наглаешь, на правый вообще тоже ж не вижу. Так получилось. Вроде молодые, еще можно поработать, а вот так вот получилось в жизни. Ну, ничего. Ничего, вылечимся. Мы как-то крепимся. Ну, тяжело, тяжело вот это.